Это Троицкий звон, своеобразная визитная карточка Троицко-Сергиевой лавры, мужского монастыря, основанного в 14 веке Сергием Радонежским в 70 километрах от Москвы. Если на первом фестивале было 15 участников, то в этом году уже 24. Звонари приехали в Анапу, чтобы обменяться опытом, просто пообщаться. Каждый звонарь получил благословение на участие в фестивале и имеет возможность проявить свои авторские способности звонаря, наряду с тем, что придерживаясь канонических звонов во время богослужения. Колокольный звон – неотъемлемая часть богослужения, но, тем не менее, каждый звонарь из своей колокольни звонит по-своему. Один и тот же звон никогда не повторяется абсолютно одинаково. В любом случае, это элемент импровизации, тем не менее, придерживаясь определенной формы. И звон складывается из ритма, темпа и настроения. Партии колоколов в свою музыку включали Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков. Несмотря на дождь, на театральной площади собрались несколько сотен зрителей. Галина Филимонова из Москвы, музыкант по образованию, 30 лет назад решила стать звонарем, руководит ансамблем «Колокола России». Свое выступление они завершали, когда начался ливень. В том году мы были в Анапе на первом, не на втором уже, благо, у моря. И замечательный был у нас концерт, и погода была изумительная. Любую погоду звонарь звонит. На храме, на колокольне, невзирая на снег, на дождь, на ветер, мы всегда звоним. Поэтому только всех с праздником и только всем любви, добра. Некоторые любители колокольного звона приняли вызов погоды. Это может означать, что фестиваль интересен и вполне может стать одной из визитных карточек города-курорта.